Ну, могу так сказать. Гибели точно не будет, потому что русские не сдаются. Вот. И точно могу сказать, что Россия выходит сейчас на финишную прямую и соберет за собой всех тех людей, которые были всегда рядом. Вот я сейчас точно могу сказать по тому же самому дружественному мне Казахстану, потому что я сам родом оттуда, вот, я там вырос. Люди настроены жить рядом с Россией, торговать и так далее, потому что это хорошо, это правильно, и думаю, что таким образом поступят остальные республики. Вот. Мы объединимся, и не в Советский Союз, естественно, да, потому что то же самое, то, что сейчас происходит, ну, в смысле, то, как живет Россия федеративно, это тоже правильно, с одной стороны, потому что каждая республика внутри России по-своему развивается, по-своему дышит, есть какие-то общие законы конституционные. Вот. Но я в этом мало разбираюсь, я не политик. Я считаю, что Россия не умрет, Россия будет процветать, и это уже я вижу даже на улицах Москвы, по крайней мере, точно.